Таких времен еще не было. Волонтер понимает, что питание котов стало скудным. Это все, что получилось сегодня раздобыть хозяйке домашнего мини-приюта 9 жизней. У нас сейчас частенько бывали перебои по питанию, но чтобы настолько критично, волонтер Влада не припомнит такого ни за все годы своей волонтерской работы, не даже за сложный последний год. 70 котов и кошек просто сейчас орут от голода. Они не понимают, что нет средств на сушку и натуралку. Личных средств девушки просто не хватает. Ей приходится регулярно просить помощи, и каждая копейка сейчас на счету. Практически все средства уходят на питание животным. То есть все, что есть, вбухано в одно питание, которого, конечно же, не хватает. За лечение мы уже просто молчим, какими путями приходится обходить всю эту сложную ситуацию. Долги растут. Только отдала девушка за стерилку 7000 российских рублей, которые мы так по крупицам собирали вместе с читателями, подписчиками и друзьями, как нужно заново откладывать на кастрацию приютских костов. Ведь в основном были простерилены девочки, а теперь на очереди наши хвостатые мальчики. Сегодня, благо, полноценный ужин. Каша с печенкой есть на пару дней. Еще 2 мешка корма максимум на 5 дней. Что дальше, думать даже страшно волонтеру. Просит девушка делать максимальный репост в помощи с кормами 70 животным. Их ежедневно нужно полноценно кормить, они живые. На содержание достаточно проблемных по состоянию здоровья хроников. Также животные эти на особом счету.